Если меня спросят, какая у меня любимая серия Скибиди Туалет, то я с легкостью отвечу. Это 67-я серия. Ну, во-первых, это самая длинная серия. Она делится на 4 части и идет целых, вы не поверите, сейчас найду, 5 минут 47 секунд, ребята. Такой длины мы еще не видели. Да, ребята, и в этой серии столько всего происходило, что я уже половины и не помню, блин. И чтобы освежить свою память, я предлагаю вместе со мной посмотреть эту серию еще раз. Поехали! Смотрим, ребятушечки. Да, вот с чего начиналась та самая легендарная 67-я серия. Бедные операторы едут на машине и смотрят, что весь город в огне. А вообще, потом мы узнаем дальше, что все это время мы находились на территории скибидистов, а именно на секретной базе скибиди-ученого. Кстати, говорят, что скибидистов можно не только смыть, да, тем самым уничтожив, но еще их можно, блин, застрелить из базуки. Видите, как это удобно? И, кстати, важный момент, что все это время, всю эту серию мы наблюдаем от лица вот этого оператора с двумя базуками, потому что он еще не раз на протяжении всей серии будет пользоваться этими базуками. И это большой камероголовый. Он выглядит примерно вот так. По сути, он выглядит точно так же, как вот этот чувак справа. Скибиди-лягавый! Все еще живой тут, блин, я уже скучаю по нему. Вот, по сути, он точно такой же, как этот. У него тоже есть ракетный ранец. Бам! И больше мы его не видели. Я уже скучаю, серьезно. А вы, напишите в комментариях. Я уже успел забыть, что вот был вот этот, блин, скибиди-шпион с вот этими пушками радиоактивными отходами. Смотрите, кто вернулся. Наш любимый камерамен. Очень удобно, что в любой момент ты можешь приделать к себе любой протез руки, например, с пилой, да? Очень удобно. Не удивлюсь, если в дальнейшем он еще раз провернет этот трюк на вот этом G-Man. Вот этот момент очень забавный, потому что он нас отсылает на самое первое появление вот этого чувака, скибиди-шпиона. Ему там тоже знатно дали леща. Таким образом, Дафак Бум не забывает делать отсылочки на предыдущие серии, за что мы его, конечно же, ценим и уважаем. Говорят, что этот скибиди-шпион очень любит кушать леща, и все пытаются его накормить. Вот это тоже интересный и ироничный момент в данной серии, когда камерамен показывает скибиди-ученому, что он ему отрежет голову, ну и потом мы знаем, что дальше происходит. Не надо, дядя! Да! И вот этот момент, что спикермен всегда наносит свой фирменный удар со спины ножом. Он это уже проворачивал не один раз. И почти каждый раз это у него хорошо срабатывает. Опять же таки, Дафак Бум не забывает про вот такие вот маленькие детали, про такие маленькие фишки своих персонажей. Ван Тус Бэй!
конечно, в этот же момент мы уже все попрощались с бедным Вантусменом, потому что выдержать такой удар, ну я не знаю, нужно быть реально крепким чуваком. Но мы все знаем, что он таким является, потому что когда-то он выдержал вот такой удар. Ну и благо он был все это время вот в этом крутом унитазе, если так можно сказать. Ну и скорее всего этот унитаз принял на себя весь удар, потому что что? Правильно, Вантусмена мы видим в конце данной серии, что он живой и все с ним в порядке. Вот единственный минус, плащ порвал. Вот это обидно, я не знаю, скорее всего его наругают родители и не пустят больше гулять. И вот тут непонятно, вот это был оригинальный G-Man, потому что потом, когда появилось еще три G-Man'а, там вот этого не было. И скорее всего, есть такая вероятность, что это оригинальные, потому что такого там не было. Этот улетел и не вернулся. Тут вопрос, ребята. Надеюсь, мы скоро узнаем ответ. Ну и вот она, ирония, ребята. Сначала показал, что отрубишь голову Скибиди ученому, но что-то пошло не так, и теперь ты пытаешься отрубить сам себе голову. Вот это, конечно, да, лучше не разбрасываться какими-то словами и обещаниями. Жесть. Блин, бедный спикермен, сколько в этой серии он отгреб трамбулей. От G-Man'а, от Скибиди ученого, от своего братана камерамена. У него явно будет болеть голова. Как видите, мы все еще смотрим серию глазами того самого камерамена. Вот, кстати, я так и не понял, что это прилетело ему в экран. То есть, это не спикермен ему что-то бросил, это с телепорта ему бросил ТВ-мен в лицо что-то. Но что, я так и не понял. Давайте попробуем разглядеть. Ну, типа, что-то ножа. Что это? Ну да, какой-то клинок. Ну, прикольно. И вот оно! Долгожданное появление ТВ-мена! Да, и вот тут мы видим, как G-Man улетает и больше не возвращается. Среди тех G-Man'ов такого G-Man'а нет. Делает ли это его настоящим, я не знаю. Делает ли его грёбаным сыкуном этот момент, 100% да. Вот у кого точно будет болеть голова, так это у Скибиди ученого. Тот момент, когда забыл помазать лицом солнцезащитным кремом. Как вам такая шутка? А вот это супер эпичный момент, конечно. Три титана в одном кадре. Это лучший день в моей жизни, ребята. Как же это эпично выглядит. Я не могу! ТВ-мен одолжил свою линзу для камерамена, потому что Скибиди ученый забрал его линзу. Защиту от излучений ТВ-менов. И вот это тоже забавный момент, потому что ТВ-мен вспомнил, кто ему разбил экран. И он ему говорит: братан, давай без твоих приколов, окей? Держи свой нож при себе. На спину не прыгай, пожалуйста. Вряд ли он именно это ему сказал, но суть вы поняли. А спикермен в этот момент ему говорит: хорошо, я не буду. Да, вот этот момент! Как видите, того G-Man'а тут-то нету. Зачем я это повторяю из раза в раз? Потому что я умный. И скорее всего, у меня есть небольшая теория, ребята, что камерамен будет...
будет сражаться именно с вот этим чуваком. Потому что у него есть вот эти пилы, и скорее всего он опять сломает и поставит себе вместо руки. Ну и да, ребята, 3 на 3. 3 титана против 3 джименов. Это офигеть как круто. Вот это офигеть как круто. Потому что, знаете, ребята, я хочу сказать, 1 джимен это клево, но 3 джимена это офигеть как круто. Я, правда, немножко переживаю за их состояние здоровья. Потому что, по сути, они мега искалеченные уже. Супер уставшие, еле ходящие. Но все равно почему-то продолжают идти сражаться. Вот это герои, ребята, вот это титан. Блин. Тут у меня вообще нет слов. По сути, нам просто в лицо прямым текстом дали понять, что все это время он помогал операторам, давал им какие-то указания, намеки. И, собственно говоря, вот этот момент, он прям воочию встает перед нами. Если так можно сказать, если так говорится, я не знаю. И вот он, тот самый Скибиди-ученый, вроде как обычного своего размера. Но, конечно, у него проапгрейдженный унитаз, еще и на вот этих ходулях-пауках. И вот еще один герой Скибиди вселенной. Помните вот этого парня? Он тогда себя отлично проявлял. Ну и сейчас он все еще держит марку. Помогает своим братанам проникнуть в эту лабораторию, чтобы они продолжили свою погоню за Скибиди ученым. Мы будем его помнить всегда. Почему? Потому что он немножко умер. Ну, совсем чуть-чуть. Надеюсь, его восстановят. По сути, есть такая возможность. А вот и Вантусмен, все с ним в порядке. Я сначала его не узнал, потому что у него не было Вантусов, но когда ему дали Вантус, все стало на свои места. Да, это тот самый Вантусмен, тот самый супергерой, про которого я даже песню сочинил. Мега эпичная серия. Супер крутая серия. Офигеть, какая клевая серия. Это моя любимая серия. Потому что, ну, очевидно, она самая эпичная, а значит, самая любимая. Ребята, а какая у вас самая любимая серия Скибиди Туалета? Напишите в комментариях. Также не забудьте поставить лайк этому видосу. Всем пока.